А вот в Казанском аэропорту своя теплая атмосфера Нового года и Рождества. Гостей встречает приятный аромат хвои. Мы уже рассказывали об амортизации столичного терминала. Аэропорт заблагоухал еще летом, только тогда в воздухе витали ароматы яблока или апельсина. И вот теперь, чтобы новогоднее настроение надолго не покидало пассажиров, встречает его дух детства и праздника.